Ребят, всем доброе утро. Очередная у меня рыбалка сегодня на том же самом водоеме, где мы в тот раз были с батей. В тот раз успешно довольно мы ловили и окунька, и щучек, в принципе, неплохих. В этот раз я приехал один, батя на работе, у меня сегодня выходной. Кто спрашивает за батю, батя старается чаще убираться со мной на рыбалку. Вот, но сегодня, к сожалению, я один. Вдвоем, конечно, веселее. В прошлый раз настолько сильно устали бегать за жерцами, что... Блин, я даже в конце уже не бегал, и сегодня решили, точнее я решил выставить 10 жерлиц. Был у меня на самом рассвете уже один загар, пришлось немножко переставить жерлица, где хотел ловить, там пришли ребята, ну встали рядом с жерлицами, я решил просто переставить, чтобы, ну, непонятно, их жерлиц, мои жерлицы, издалека непонятно, поэтому пусть ребята ловят спокойно, я не буду им мешать. Свою рыбу я обязательно поймаю, даже если не сегодня, то в следующий раз. Вот. Прошло 4 дня, на улице сильно похолодало. В тот раз был минус 4, сегодня у нас уже минус 14-15. Вот, и через там 3 дня мы с батей поем уже на более большой водоем, глубокий, где 11 лет назад я поймал очень крупную щуку. В самом начале хотел бы о чем сказать, ребят. Разместил ролик на канале ВКонтакте, ссылки в Инстаграме, и посыпали сообщения со словами от неизвестных людей: «Скинь точку, где ловил». Блин, ребят, мне не жалко, честно, я всегда скажу, где я ловлю, в принципе, кто знает локацию, поймет. Единственный момент, просто хотя бы здоровайтесь, то есть элементарный этикет, потому что, ну, все мы люди взрослые, а я, как бы, парень такой не особо сдержанный, могу послать на 3 буквы и буду вас тем самым оскорблять, поэтому огромные просьбы, ребят, прежде чем спросить точку, хотя бы просто поздоровайтесь, напишите привет, добрый день, здравствуйте, я не знаю, то есть, но... Хотя бы какое-то элементарное уважение должно быть, а не просто скинь точку и типа: «Эй, братан, давай, короче, я хочу там поймать щуку». Нет, ребят, просто поздоровайтесь. Я скажу, где ловил, как ловил, на что ловил. То есть мне не жалко, я всегда готов делиться информацией с вами. Вот, надеюсь за понимание, друзья. Поэтому я надеюсь, рыбы сегодня будет. Вот, ну, загар уже был один, надеюсь, еще что-то будет. И попытаюсь сейчас ловить окуня разными приманками. Надеюсь, что у меня из этого получится. Поэтому запасаюсь чайком, конфетками. И погнали за вас, ребят. Второй у меня загар. Только что видел, что катушка крутилась, пока шел. Но будем надеяться, что сейчас щучка попадется. Еще даже не успел я блесенку опустить или балансира. Сразу вот вторая поклевка. Опять щука бросила, ну, по крайней мере, видела, что крутилась. Для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео, покажу, на что я ловлю окуня, точнее, пытаюсь ловить. Но в тот раз, в принципе, что-то получилось, попал зажак у него грамм на 400 такой. Это две удочки у меня, одна удочка с леской 0,14, вторая удочка с леской 0,12. И по приманкам, на самом деле, разные приманки использую. В принципе, мне их достаточно. На самом деле, в тот раз поправил просто на одну блесенку, вот на эту. В принципе, ее сейчас и поставлю. Единственное, в тот раз заметил, что на блесенку попадаются прям совсем спортивные окуньки. На балансир поклевки реже, но окунек подался крупнее и брал более жадно. Вот, ребятки, первый окунек, примерно 10-я луночка, хороший ударчик на блесенку. Просто кайф. Смотрите, какой кайф, ребят. Четвертый загар, ребят. Пока очень неактивно рыба совершенно. То есть на блесенку один окунек попался. Сейчас стал идти на балансир. Лазю, ищу рыбу. Луночки аж прихватывают прилично сегодня. Опять пусто. На эту жерцу уже второй загар у меня. Ну и так, я смотрю, у ребят есть загары, но поимок я еще не видел сегодня. Так что первые, так сказать, часы ловли рыбка совершенно неактивна.
Но будем искать и пытаться что-то поймать. А, рыбка сегодня, конечно, крайне неактивна. Вот на эту блесенку было у меня две поклевки. Один окунек более-менее, один маленький. Сейчас попробую поставить другую блесенку. Вот такую. Такая блесенка с подвесным тройничком. У меня один окунек попался просто на игру, как на мормышку. Так что будем сейчас играть, как на мормышку, пробовать такой блесенкой. Окунь на лунках, где он есть, он клюет не сразу. То есть приходится его немножко разыграть. Возможно, он где-то рядом стоит, видит, как играет приманка, и подходит. А потом уже, когда подошел, в принципе, хватает иногда даже просто на опускание, когда ты просто сразу поклевка. Ну, маленький окунек в этот раз. Такого сразу отпускать, подрастать. И надеюсь, он позовет сегодня своих бабушек с дедушкой, потому что сейчас вроде большая вода. Вот, ребят, еще подошел Кирюха, который смотрел ролик на Ютубе. Я говорю, балда, и тут при нем вот такая поклевка. Смотрите, какой окунек попался. Ну вот, Кирюх, будешь все теперь на Ютубе. Так, ребят, чтобы не быть многословным, взвешу окуня. Но я думаю, в нем примерно грамм 400. Посмотрим. Не знаю, видно, нет, 430 грамм. Вот такой окунечек попался приятный. По окуню сегодня, ребят, конечно, голяк, ой, точнее по щуке, голяк полный. Вот с утра было 5 загаров. Сейчас вот у Кирюхи было 2 загара, поймал щучку, одну маленькую, грамм такой на 300. Я так периодически писал переставлять жерлицы, но вообще как будто выключила. Хожу, лазю, ищу окуня, вот сейчас попало из таких хороших окунька с ладошку. И все. Вот реально лазишь. Вот одну луночку нашел, две рыбки поймал. Ну, поклева, конечно, очень мало. Рыба, она вот стоит как будто очень локально. Вот, ну, приходится очень много сверлить. Ну и то, вот две поклевки с лунки, это уже прям сегодня прям результат очень хороший. А там, где попался один крупный окунь, и рядом еще поменьше, и все. Такая вот рыбалка здесь. Здесь рыб, конечно, есть, ее много, но приходится довольно много искать. О. Ну вот два нормальных окунька попало, следом вообще с пальца окунек. Такие живцовые окуньки. То вот такие попадаются хорошие окуньки, прям с ладошку. То вот живцовый следом. О, тут уже хороший окунек. О, какой. Какой красавчик. Да, вот, ребята, одну луночку стоит найти. И сразу, вот, смотрите, какой окунек мордатый попался. Ну, смотрите, какой красавчик просто. Ну вот, пожалуйста, вот там перед этим был с пальца окунек, потом следом хороший окунь попался. Ну вот с лунки уже попалось 5 рыбок. Это на самом деле сегодня просто рекорд. Рыбалка, друзья, конечно, мега трудовая. Очень сложно снять для вас хорошие кадры с поклевкой, потому что вот перемещаешься, очень много сверлишь, и раз — поклевка окунька. И окунек, причем такой хороший окунек. Но вот я не знаю, с чем это связано. То есть обычно окуня, когда ловишь, то есть у тебя окунь системно как-то попадается, потому что он стайный. А на этом водоеме какие приманки я не ставил, все равно вот одного окунька поймаешь, и все. На этом клев заканчивается. Но в лучшем случае еще вот к такому толстенькому попадется один маленький. Кирюха там ходит, ищет. Но я так понял, он это особо ничего не попадает. С маленький окунек пока тоже только. Вот я сейчас лунг 20 просверлил. После той серии вот один попался, и все. Ладно, ходим, ищем дальше. Еще полтора часика у нас есть плавить. Жерлицы молчат. Вообще загаров нету. У Кирюхи было что-то там
три загара, по-моему, одну щучку маленькую поймал. Вот, так что такая сегодня рыбалка, зато погода очень классная. Надеюсь, что следующие выходные, когда поедем на лед, на другой водоем, окунь нам даст оттянуться, потому что на тот водоем, который поедем, это Березовый рай, я на него снимал летнюю рыбалку, если вы смотрели. Там как раз я взял первый раз с собой уроки спиннинг и хорошо половил окунька, прям буквально уклевал на каждом забросе. Вот, надеюсь, что там будет более интересно. Ну, здесь, конечно, очень тоже интересно, но поклевок очень мало, хотелось бы, конечно, побольше. Не думал я, ребят, что сегодня уже будет у меня загар, потому что сколько уже часа? 4 не было загаров. Ребята, которые рядом стояли, уже давно уехали. Вообще подумал, что у меня уже лунки промерзли полностью. Но вот что-то сработало. Размотки пока нету. Но будем надеяться, что хотя бы я сейчас могу пробить лед, который промерз уже очень прилично. А у меня перехлестнулась она, к сожалению. Эх. Ну, кстати, ни разу не был перехлёстов с этой катушкой. А тут самый неподходящий момент перехлестнулась. Ну да, лунчик промерзла нормально так. Ничего, к сожалению, нету. Живчик живой даже еще. Ну вот просто был перехлёст катушки, она, видать, сдернула, почувствовал сопротивление, бросила живца. Остался примерно час ловли у меня, решил я кардинально сменить точку ловли. Жерец я оставил, так как все равно там особо нет загаров. И переместился на другой участок, это тот участок, где мы с батей в том году открывали сезон. Тут тоже попадался окунек, такого неплохого размера, ну для первого льда, конечно. Вот, ну смотрю, тут очень много лунок, но в основном стали жерлицы. Сейчас тут еще буквально часок полазию, в надежде поймать еще окуня. Потому что поймал товарного размера очень мало окуней. В основном, конечно, это окунек буквально с палец. Может, чуть-чуть больше. Вроде рыбы есть, вроде даже поклевывает, но количество, конечно, очень плачевное. Ну и плюс. Щука не особо любит такую погоду. Щука любит снег, дождь, там все что угодно, но не ясную погоду, поэтому сегодня загаров было, ну, катастрофически мало. Хотя в целом 6 загаров было, но, к сожалению, ни одной поимки щуки. Ну вот и все, друзья, подходит завершение очередной рыбацкий день. Пролез я еще часик по разным лункам, везде клюет маленький окунек. Так, не нашел я подход сегодня к рыбе. Знаю, что рыба в водоеме есть, знаю, что рыба крупная. Попался один трофейчик, конечно, очень приятный. Вот такой окунечек вообще просто. И я прекрасно понимаю, что те маленькие рыбы, которые клюют, они же не просто так появляются. Они, естественно, идут от мамки с папкой. И наверняка в водоеме есть очень крупный окунь. Если сравнить сегодняшнюю рыбалку и предыдущую рыбалку, где мы с батей ловили, тогда было около 30 загаров. Ну, плюс-минус, я не знаю, сколько, около 10 рыб мы поймали, но не крупных. Парочка, конечно, крупных. То сегодня рыбалка вообще совершенно другая. Я с вами прощаюсь ненадолго. Буквально через там 4 дня будет еще одна рыбалка на другом водоеме. Если вам видео понравилось, поставьте обязательно лайк. Те, кто не подписан, подпишитесь на канал, я буду вам очень благодарен. Ну и напишите комментарии, вообще, как ваша рыбалка, как вы открыли сезон. В каких регионах вы ловите рыбу. Вот, так что... Будем заканчивать, ребят. Спасибо всем за просмотр. Всем до встречи. Всем пока.